Я успеваю, Николай Николаевич, дорогой, дать вам слово. Выдающийся человек, Николай Николаевич, Андреев, надо сказать, что в прошлом году я, как член Совета по науке и технике при президенте, голосовал за то, чтобы Николаю Николаевичу была присуждена премия президента Российской Федерации в области науки. Ну, Николай Николаевич, не хватило голоса, но мы его попробуем добыть, так что... Вот, я просто подчеркнул, что действительно выдающийся специалист. Пожалуйста, Николай Николаевич. Никита собирает, а я через минуту. Сейчас, пока техника оживает. Нет, микрофон. Пока вот тут техника оживает, давайте начнем с времен давних. В фильмах мы будем смотреть про решенные, нерешенные, современные задачи, а мы начнем со времен давних, с теоремы Пифагора. Вы все, конечно, помните, что такое теорема Пифагора, и даже помните присказку, что Пифагору штаны, а во все стороны равны. Вот геометрическая интерпретация этой присказки, собственно, здесь вот представлена в виде головоломки. Что такое квадрат гипотенузы? Это площадь квадрата, построенного на гипотенузе. А я думаю, что меня и так будет слышно, нет? Не-не-не-не. Площадь квадрата, построенного на гипотенузе. И точно такие же квадраты построены на катетах. Кто подходил к нашему стенду, мог попробовать поиграться с такой головоломкой. Если кому-то удастся переложить 5 частей, на которые разбит квадрат на гипотенузе, в квадрат на катетах, в квадрат на гипотенузе, тот абсолютно строго научно докажет теорему Пифагора. Мы сейчас обсудим с вами математическую часть этой задачи. А чтобы вот в президиуме не скучно было сидеть, мы дадим поиграть. Я тоже пробовал сложить. Значит, в середине 19 века математики доказали следующую теорему, что если у вас есть два многоугольника на плоскости равновеликие или одинаковые площади, то они равносоставлены. Всегда так один многоугольник можно разбить на части, чтобы второй многоугольник составлялся из этих частей. Вот, собственно говоря, принцип, на котором основана эта головоломка. Есть книжка Лицман, автор, «Теорема Пифагора». Это 78 страниц доказательств теоремы Пифагора. Кто ее ни разу не видел, можно взять посмотреть. Кто захочет, можно ее найти на сайте издательства «Матезис». Впервые эта книжка на русском языке была выпущена вот в издательстве «Матезис». Уникальное совершенно издательство. С 1904 по 1925 год в Одессе издавало очень интересные научно-популярные книжки. И, собственно говоря, вот все их можно найти на вот этом сайте в открытом доступе. Там, ну, например, скажу, есть книжка Кеджери «История элементарной математики». Вот кто помнит там, откуда пошел знак равенства, кто его ввел, почему именно две параллельные прямые. Вот все это там описывается, и в отличие от большинства других исторических книжек, там охватывается именно школьная математика без почти ухода в высшую. А мы сейчас давайте с вами закончим про теорему Пифагора и будем смотреть, собственно говоря, фильмы. Кто-то, может быть, что-то видел, но для всех остальных я повторю. И начнем мы с очень простой тематики, а именно, что такое развертка, например, многогранника. Казалось бы, что просто кусок картона, из которого складывается наш многогранник. Ну, например, вот из этого куска картона все прекрасно помнят, что можно сделать кубик. Да. Если наша кисточка покрасит границы вот таким способом, и мы договоримся, что мы красное приклеим к красному, а синее к синему, то действительно из этого куска картона делается кубик. Это вы все хорошо знаете. Но оказывается, что из этого же самого куска картона можно сделать не только кубик. И математики доказали это совершенно недавно, по меркам науки, в конце 1990-х годов. Если наша кисточка покрасит границы вот таким вот способом, его довольно долго искали математики, опять же с тем же условием, что красное приклеится к красному, а синее к синему, то из того же самого куска картона складывается уже не кубик, а вот такая вот
пирамидка. На самом деле математики доказали, что из этого куска картона можно сложить 5 различных выпуклых многогранников. И кто хочет, может потом попробовать и поскладывать, найти оставшиеся 3 типа многогранников. Мы с вами посмотрели 2. И еще один фильм, который будет про развертки. Собственно говоря, в подтверждение того, что тематика очень интересна и доступна детям, хотя там есть много нерешенных задач, которые мы с вами чуть позже обсудим. Вот можно ли из этого куска картона сделать тетраэдр, самый обыкновенный тетраэдр? А стандартная развертка, к которой все привыкли, это реберная развертка. Давайте мы с ней сделаем следующее. Мы вот таким способом разрежем ее и переложим. Обращу внимание, что на самом деле условия склейки границ не поменялись. Вот эта сторона приклеивалась изначально к этой же стороне. Давайте мы еще раз переложим. И можно было бы так много раз перекладывать, но уже проверим, что на самом деле это и есть развертка нашего тетраэдра. То есть из этого куска картона наш тетраэдр вполне можно сделать. На самом деле все развертки, они эквивалентны между собой с точки зрения математики. Когда вы решаете какую-то практическую задачу, то можно ту или иную выбирать, которая вам удобна. Бывают ли практические задачи? Конечно, бывают. Вот соки G7 замечали в магазинах, у них не строгий параллелепипед, а там углы скругленные чуть-чуть. Это делается для того, чтобы из меньшего куска картона делать пакетик с тем же самым внутренним объемом в 1 литр. И таких задач много, и на самом деле вот развертки – это очень практические задачи, и там есть много нерешенных до сих пор задач, которые интересны и понятны школьнику, и на которых школьника можно, ну, в каком-то смысле заманивать в математику. Ну, вот такой рубль кто-нибудь помнит еще? Помните, хорошо, да? В 47-м году был введен такой рубль. В 56-м году произошло 2 знаковых события. Во-первых, изменился чуть-чуть дизайн этого рубля, хотя год остался прежним, потому что Карело-Финская республика вошла обратно в состав РСФСР, и, соответственно, уменьшилось количество ленточек на гербе. Но в том же 56-м году Владимир Игоревич Арнольд, наш знаменитый математик, популяризатор наук, который сегодня уже упоминался, поставил задачу о мятом рубле. Что же это за задача? Есть прямоугольник из бумаги. Нужно поскладывать этот прямоугольник, как-то помять, так, чтобы в конце получился плоский многоугольник. И, собственно говоря, вопрос, который поставил Владимир Игоревич, а можно ли так помять этот кусок бумаги, чтобы периметр этого плоского многоугольника оказался больше, чем периметр изначального многоугольника. К моменту реформы 1961 года задача все еще была не решена, деньги уже стали другими, и на простом примере можно убедиться, что задача очень непростая. Если вы будете складывать относительно прямой прямоугольник, то периметр, конечно, только уменьшится. У вас прибавляется к периметру прямая, отрезок, а уменьшается ломаная с концами, с теми же концами, что и у отрезка. Соответственно, периметр уменьшился. И так будет всегда, когда вы складываете любой лист бумаги относительно всей прямой. Вот вам еще один пример. Можно или нельзя все-таки увеличить периметр сложения? Ну вот уже в рублей бумажных у нас нет довольно давно. Задача была решена в начале 21 уже века. Давайте мы возьмем квадратный лист бумаги и разобьем его на клетки. Окрасим их в шахматный порядок и в каждой клетке возьмем какое-то количество лучей, всюду одинаковое. В красных клетках мы нарисуем звездочки таким образом, чтобы вот ходя так по спирали, радиус этих звездочек увеличивался. А дальше будет некое шаманство. Мы несколько раз поскладываем этот лист бумаги.
после этого получим некую слойку, которая устроена следующим образом. Давайте мы, так в принципе в жизни нельзя сделать, но мы, чтобы понять, разобьем эту слойку. Слои устроены так, что звездочки собрались все одна за другой, и периметр их уменьшается к середине. А мы сейчас еще чуть-чуть поизгибаем лист бумаги, ну, таким вот образом, как нам сейчас покажут. Таким вот странным-странным образом, и получим плоский многоугольник. Как вы думаете, периметр увеличился или нет? Ну, так в картинке сложно сказать. Давайте надо сравнить с изначальным прямоугольником. Вопрос, нафига мы это делали, если периметр такой маленький. Оказывается, что не просто так. Мы алгоритм хороший нашли. Но на самом деле нашли не мы, а ученик Николая Петровича Долбилина. Смотрите, у нас есть вот эти вот лесенки, лесенка есть, которая зависит от двух параметров. У нас было разбиение 4 на 4 и было количество лучей в каждой клетке. Давайте мы будем вначале количество лучей изменять. Вот если мы взяли 32 луча, то уже видите, пересечение этих иголочек стало гораздо меньше, и периметр чуть-чуть увеличился. А если взять 48, то еще чуть-чуть увеличился. А теперь можно менять еще и второй параметр. Можно сделать разбиение, например, 8 на 8, и тоже там поменять лучи. И видно, что периметр потихоньку увеличивается. Он, конечно, все еще меньше, чем периметр нашего исходного луча. Но если мы будем наши два параметра гнать к бесконечности, то на самом деле периметр уйдет в бесконечность. И в какой-то момент, конечно же, станет больше, чем периметр исходного квадрата. Можно это сделать или нельзя в жизни? Как вы думаете, сколько раз можно бумагу помять? Помните, да, Перельмана, все помнят. Ну, кто не помнит, может так вот тихонько поскладывать бумагу и вспомнить, сколько раз. На самом деле, вот в жизни такой алгоритм, чтобы периметр стал больше, сделать нельзя. Там нужно очень много складываний. Но, тем не менее, как здесь сегодня уже отмечалось, что это все равно, такие задачи важны для науки. Они оттачивают инструмент науки, который потом понадобится для решения каких-то других, иногда практических задач. Говоря про практические задачи, давайте вспомним вчерашний доклад, но начнем чуть раньше. Вот как устроена работа дворников на машинах? Все ездили, но не все знают. Если показать механику такую систему, то он скажет, что она работать не будет. У вас есть единственная точка крепления, длинный рычаг и щетка с трением, прилегающая к стеклу. Если моторчик может провращать такую систему, он вряд ли может переключиться быстро из вращения в одну сторону, во вращение в другую сторону. Но вот оказывается, если открыть капот, то вы заметите, что моторчик все время вращается в одну сторону, а некий плоский шарнирный механизм передает вращение то в одну сторону, то в другую сторону на дворнике. Вот про плоские шарнирные механизмы вчера говорили на каких-нибудь лекциях, нет? Говорили, да, Чебышева. Вот, собственно, мы сейчас чуть-чуть и поговорим. Исторически это называется трапеция дворников. Сейчас математика в 21 веке дошла до очень интересных задач, а мы начнем исторически со времен Пафнутия Львовича и даже чуть раньше. Джеймс Уатт, который придумал первую в мире паровую машину. Как приводить в движение колесо, люди знали давно. Но когда Уатт начал придумывать паровую машину, он заметил, что свободный конец коромысла двигается по дуге окружности. А если вы хотите, чтобы поршень ваш не портил сальник цилиндра, то его свободный конец должен ходить ровно по прямой. Как связать движение по окружности с движением по прямой? Вот ровно с этой задачи началось сотрудничество шарнирных механизмов и математики. Ровно с этой задачи к теории плоских шарнирных механизмов приходит Пафнутий Львович Чебышев, который очень сильно развивает эту теорию и, в частности, строит ту машину, которую фильм вот вам вчера показывали из нашего проекта, а мы сейчас с вами посмотрим, какие, во-первых, еще механизмы Пафнутий Львович делал. Но и в качестве доказательства, что в фильмах всегда говорится правда, а не какой-то вымысел,
с вами посмотрим. Тут вот есть у нас заначка, что машина таки действительно ходит. Афанасий Львович, собственно, решал как раз вот задачу преобразования движения по окружности в движение по прямой, и нога тут половину времени стоит ровно на прямой, а именно двигается по отрезку. И вот такую машину он построил в 1878 году и выставлял на Всемирной выставке в Париже. По воспоминаниям современников, она стала центральным экспонатом той выставки. А тем, кто фотографирует, скажу, что все есть на сайте, в открытом доступе, в более хорошем качестве, чем у вас получится. Но если хотите, то фотографируйте. Еще лучше сходить в Политехнический музей города Москвы. Он до сих пор, с 1878 года, хранит оригинал стопоходящей машины Чебышева. Это точная копия. Оригинал хранится в Политехническом музее города Москвы. Ну, вот разные механизмы, которые Пафнутий Львович Чебышев изготовлял. Давайте мы вот это еще посмотрим. На самом деле, идея этого механизма ровно такая же, как у стопоходящей машины Чебышева. Но применение уже, как видите, совершенно другое. Ну, вот по названию сайта механизма Чебышева вы всегда на этот сайт выйдете. Ну, вот тот самый лямбда-механизм, который вчера показывали. И движение по окружности серого шарнира переводится в движение синего шарнира по вот так называемой в науке шатунной кривой. Внизу прямая. Но этот механизм, грибной механизм, уже гораздо сложнее, чем стопоходящая машина. Здесь приходится добавлять какие-то дополнительные еще звенья. А это на самом деле у нас будет веслом. А это траектория движения весла. Нужно еще половинку симметрично прибавить. Давайте я, наверное, перескочу чуть-чуть. Такой механизм вот тоже хранится в Политехническом музее города Москвы. Вот он у вас на экране. А лодки, к сожалению, не сохранились, но довольно много было фотографий в свое время, когда Пафнутий Львович их сделал. Было несколько вариантов лодок, и вот они восстановлены, вы вот можете посмотреть, как бы они двигались в конце 19 века. Вот. А последний механизм Пафнутия Львовича, который я покажу, это будет механизм, вошедший в историю под названием сортировалка. Пафнутий Львович приближал не только отрезок, не только прямую, но и другие кривые. Например, дугу окружности. Вообще он научился подбирать звенья механизмов так, чтобы шатунная кривая на каком-то участке приближала некую наперед заданную кривую. Вот эта кривая у нас приближает дугу окружности, сейчас мы это увидим. Вот. И если мы теперь к этому видоизмененному лямбда-механизму приделаем радиус этой окружности, то свободный конец будет недалеко уходить от центра, пока синий шарнир движется рядом с красной окружностью. Если свободный конец управляет движением коромысла, то у коромысла будет длительная остановка, а потом быстрое качение туда-обратно. Вот при непрерывном вращении вот этого серого шарнира по окружности у коромысла будут движение с остановками. Применяется ли это до сих пор? Да, применяется. Представьте себе конвейер. Вам нужно протащить ленту, дать что-то сделать с тем, что на ленте находится, потом протащить опять раз. Гасить каждый раз и включать движок – это очень ресурсоемкая операция. А вот механизм с остановками были придуманы Пафнутием Львовичем Чебышевым. И до сих пор применяются. А он на основе этого механизма сделал вот такой механизм, который вы сейчас видите на экране. Те, кто из Санкт-Петербурга, наверняка его видели живьем. Он стоит в Музее истории Санкт-Петербурга в корпусе 12 коллегий.
Вы вращаете все время рукоятку, а Коромысло в какой-то момент из бункера, пока у Коромысла остановка, из бункера что-то насыпается в лоток, укрепленный на Коромысле, а потом Коромысло совершает быстрое движение туда-обратно, разбрасывая это что-то. Как вы думаете, что же сортировало? А? Зерно, абсолютно правильно. В 19 веке, в веке 20, в веке 21 зерно сортируют по массе. Чем больше масса у зерна, тем лучше зерно, там больше клейковины и других полезных вещей. Действительно, в бункер насыпали зерно и вращая сортировали. Ну, понятно, что не 100%, но и сейчас 100% не умеют. А кто помнит, как в деревнях это делали в свое время? Вели, да, дожидались хорошей погоды и лопатой просто подбрасывали зерно вверх. Так, про механизм Чебышева мы с вами закончим. На самом деле плоские шарнирные механизмы, они очень интересны, в том числе для учителя математики. У меня, я покажу только один фильм по шарнирным механизмам, чтобы вам напомнить про задачу и рассказать очень интересную историю. Задача будет... Задача от ресекции угла. Математической аудитории даже неприлично поднимать такую тему, да? Что за задача, помним. Нужно произвольный угол с помощью циркуля и линейки разделить на три равные части. То, что с помощью циркуля и линейки это сделать нельзя, это все хорошо знают. А древние, конечно, доказывать это не умели, но уже догадывались и строили всякие механизмы. А мы сейчас с вами посмотрим механизм шарнирный, который нам позволит это сделать. Вот такой шарнирный прямоугольник, ну, то, что противоположные углы прямоугольника всегда равны, вы прекрасно помните. Всегда ли он прямоугольником будет? Или может быть чем-то еще? А? Ну, параллелограмму, сори, конечно, не прямоугольником, параллелограмму. Всегда ли параллелограмм? Может быть прямой, да, сложиться в прямую. Но это можно считать, что вырожденный параллелограмм. А что-то еще бывает? На самом деле бывает. Это так называемая точка бифуркации. Из нее можно выйти двумя разными способами. Можно выйти обратно в параллелограмм, а можно выйти в антипараллелограмм. Вот с антипараллелограммом мы сейчас с вами чуть-чуть поработаем. От прямоугольника, от параллелограмма нам досталось, что вот эти стороны и вот эти две стороны, они равны. Но оказывается, есть и некое соотношение на углы. Любой из вас, чуть-чуть подумав, докажет, что вот такие уголочки все время равны при любом изгибании. Давайте мы возьмем еще один антипараллелограмм, подобный первому, и повозившись с уголочками, мы увидим, что вот эти два угла всегда равны. И вот мы получили уже устройство, которое делает бисектрису. Но мы хотели все-таки трисекцию делать, нужно еще один параллелограмм взять. А если вы вытянете сейчас третье звено, то вот получится устройство, которое делает трисекцию любого угла. И не то, чтобы оно интересно само по себе, а оно позволило впервые доказать теорему о подписи. Оказывается, что существует плоский шарнирный механизм, который подделывает вашу подпись и ничего другого рисовать не умеет. А математики эту теорему окончательно доказали только в 2005 году. Чтобы вы спали спокойно, скажу, что это теорема существования. Математики умеют доказывать, что он существует, но не умеют его строить. Может быть, вы кого-то научите, кто научится это строить. И интересная история этого механизма. Альфред Брэд Кемпи придумал вот этот вот механизм, который делает трисекцию угла. Он был адвокатом по профессии, английский адвокат, увлекавшийся математикой. Он впервые доказывает теорему о четырех красках. Помните, что это за теорема? История ее такая. Карту графства Англии раскрасили в четыре краски, так, чтобы никакие две соседние графства не были одного цвета. Возникла задача, а с любой ли картой можно так сделать, или графства Англии такие уникальные. Задача возникла в 1850 году. Через 25 лет Кемпи заявляет, что он решил эту задачу. И этот механизм он строит для решения этой задачи. Его выбирают в Лондонское королевское математическое общество, дают звание рыцаря Англии, а еще через год находят ошибку в его доказательстве.
но рыцарь это уже пожизненно. Из Королевского математического общества его тоже не выгнали, он продолжает увлекаться математикой. И, собственно говоря, чтобы не возвращаться к задаче о четырех красках, вот здесь был доклад про Супер ЭВМ, ее уже решили в 70-х годах 20 века. Это было одно из первых компьютерных доказательств на больших тогда машинах. А Альфред Брэд Кемпи в конце 19 века доказывает теорему о подписи, что, как я уже сказал, существует плоский шарнирный механизм, который подделывает вашу подпись и ничего другого рисовать не умеет. Но в конце 20 века в ней снова находят ошибку. И ошибка исправлена в 2005 году. В 2005 году уже математики полностью эту теорему доказали. А сколько еще есть время? Есть? Ну, давайте тогда мы с вами... Ну вот, диски на компьютерах всегда писали и замечали, что то, где записана информация, там место выглядит более темным, чем то, где не записана информация. Как вы считаете, вот на этом диске чего больше? Место уже записанной информации или место свободного? Кто считает, что свободного? Хорошо. Кто считает, что записанного? Ну, давайте разбираться. На самом деле все дело в том, как считается объем шара, ну, на плоскости площадь круга. Общий радиус диска 6 сантиметров, а радиус вот этой внутренней окружности 2 сантиметра. Давайте мы вслед за компьютером начнем записывать информацию на диск. Там просто спиральная дорожка идет. Если вы запишете кольцо шириной радиусом 2 сантиметра, так чтобы здесь было 2 сантиметра и здесь было 2 сантиметра, видно, насколько различаются площади. А если вы хотите, чтобы площади были равны, так как было на первом, собственно говоря, на первой картинке, то внутри должно быть кольцо шириной примерно 2,5 см, а снаружи останется всего 1,5 см. Любой из вас скажет, почему это так происходит. Вы знаете площадь круга и какие-то другие формулы. Ну, давайте дозапишем диск. И перейдем в трехмерное пространство. На самом деле, в трехмерном пространстве, в отличие от двумерного, уже надо взять шарик. И уже работать с формулой объема шара. И в отличие от двумерного пространства, где площадь круга считалась пи-эр в квадрате, в трехмерном пространстве там уже r в кубе у нас. И этот эффект гораздо сильнее. Вот на самом деле, если вы купите апельсин с таким соотношением кожуры и мякоти, то вы... купите одинаково по объему и кожуры, и мякоти. А если вы купите апельсин с более толстой кожурой, то на самом деле вы будете покупать в основном кожуру. А вот пример, когда математика, ну даже апельсин помогает покупать. Вот, и, наверное, давайте мы... А не москвичей в зале много? Руки поднимите. О, давайте мы с вами на метро покатаемся, чтобы вам не скучно было. В русском языке есть два очень похожих слова. Глубина заложения и залегания. Вот когда детей спрашиваешь, чем эти слова различаются, довольно много лекций у меня по России. Кстати, вот всякие так похожие лекции можно организовывать в ваших школах, там через сайт этюдов вы всегда можете написать свои пожелания. А когда спрашиваешь детей, то ну, мало кто отвечает на такой вопрос, а еще меньше отвечает на вопрос, например, когда появились эскалаторы в Советском Союзе. Многие даже не могут сделать оценку, что это до Великой Отечественной войны. И если каких теорем они не знают, это можно исправить, то вот падение общего уровня такого образования, оно вот очень сложное, и это нужно исправлять просто на всех уроках, включая математику, на мой вкус. А фильм будет о том, как, спускаясь по эскалатору метро, посчитать глубину заложения той станции, на которую вы спускаетесь. Оказывается, в этом тоже может помочь математика. Давайте чуть-чуть вспомним, как устроен эскалатор. Вот основное звено – это ступенька. И когда в 30-х годах
советское правительство поставило задачу за 2 года построить метро, то иностранные фирмы, которые имели опыт, они готовы были построить, прорыть там тоннели, сделать рельсы, пустить поезда, но за 2 года не готовы были строить эскалатор. Представьте, что вот эти вот ролики, которые едут по направляющим, они едут 19 часов в сутки, каждые сутки на протяжении дней, недель, месяцев, и нужно ехать без ремонта. Даже вот подбор материалов для роликов был большой научной задачей. Основная идея эскалатора в том, что сверху ступеньки едут горизонтально, и на них удобно стоять, а снизу они уходят параллельно направляющим так, чтобы не занимать ценное место в туннеле, который на самом деле есть просто труба. Достигается это взаимным расположением, собственно говоря, направляющих. Здесь они идут параллельно, здесь как-то расходятся. И давайте вернемся к математике. Собственно, как посчитать глубину заложения станции? Нам надо посчитать катет прямоугольного треугольника. Значит, нам нужно как-то 2 параметра в этом прямоугольнике узнать. Но один параметр нужно знать, до него не догадаешься. Вот угол наклона эскалатора к горизонту большой или маленький? Сколько вообще? Ровно 30 градусов. Наверное, чтобы проще считать было. Вот во всех советских, а ныне российских эскалаторах угол наклона к горизонту ровно 30 градусов. Ну а дальше можно посчитать количество фонарей, померить примерное расстояние между ними. Это примерно 5 метров. Оно формально не фиксируется. Фиксируется освещенность в туннеле, а количество фонарей уже подстраивается под нее. Начинали с 5 метров, сейчас жизнь улучшилась, освещенность больше стала, но от 5 метров далеко не ушла. И дальше нужно посчитать количество фонарей. Что нужно сделать дальше? -1, да. Абсолютно правильно, нам количество фонарей не нужно было, нам нужно количество расстояний между фонарями. В приближенной формуле, конечно, это можно не делать, но здесь лучше помнить про это. Умножить на 5 и умножить на синус 30 градусов. И вот вам теперь будет не скучно ездить по эскалаторам в Москве, для тех, кто это редко делает. Давайте я еще один пример приведу. Вот пример, где, опять же, иногда элементарнейшая совершенно математика применяется в технике. Когда колеса автомобиля поворачиваются, они параллельны друг другу или нет? Кто считает, что параллельны? Передние, но задние, в общем, у большинства не поворачиваются. Радиус, конечно, разный, но проблема не в радиусах, на самом деле, математически. Давайте разбираться. Фильм будет называться «Геометрия поворота». Если продолжение оси колеса смотрит в центр поворота, то колесо оставляет хороший след, четкий на земле. А самое главное, нет проскальзывания. При этом не важно, это соосные колеса или не соосные колеса. Главное, чтобы продолжение оси смотрело в центр. А если вот продолжение оси колеса будет смотреть не в центр, то и след будет плохой. А самое главное, будет проскальзывание. Таким колесом нельзя будет управлять машиной. Вот все эти АБС, если кто пользуется и так далее, это вот направлено против проскальзывания. Ну а теперь, собственно говоря, все очень просто. Давайте мы вначале научимся поворачивать ровно по дуге окружности. Таких поворотов, конечно, не бывает, но это очень хороший модельный случай, и на самом деле все на нем можно изучить. Задние колеса у большинства машин не поворачиваются, и, соответственно, тогда, чтобы они не проскальзывали, центр поворота должен лежать на продолжение задней оси. А теперь, чтобы передние не проскальзывали, их нужно таким образом повернуть, чтобы продолжение их осей смотрели в центр поворота, и видно, что не параллельны.